А уша тогда бездей таламс. Настоящая истерика с душераздирающими криками, слезами и страхом случилась с хозяйкой дома с тех самых пор, как ее дом стал разваливаться буквально на глазах. Семья Дусибековых проживает здесь с 1989 года. Большая семья, как и все, строила планы на будущее и никак не ожидала такого поворота событий. Канализационные стоки подмыли фундамент, и дом уже дал серьезную трещину. Было начало мало, сейчас больше стало. Уже по дому, соседский дом уже под фундамент прошел. У меня прямо вот фундамент стоит. То, что в домах находиться опасно, подтверждают и сами жильцы. Однако покидать жилище, даже учитывая высокий риск для жизни, жители Дыбовской не собираются. Страшно, больно. Обидно, конечно. Боязнь лишиться единственного жилья толкает людей на крайние меры. Жители этих домов отказались от предоставленного им временного жилья и продолжают находиться в своих домах в надежде получить компенсацию или другое жилье взамен. Там в законе о легализации есть пункт о том, что ответственность за легализованное имущество несет, кто вот эту подавал документы. То есть должен по закону, если так смотреть, что за счет виновного человека. Ну, мы социальные и другие аспекты будем смотреть по результатам комиссии. Мы выдали предупреждение жильцам. Они знают, что подвергают себя опасности. Но насильно их выселять мы не можем. Такого прецедента в городе ни разу не было. Поэтому окончательное решение, как поступить с теми, кто подвергает своей жизни и жизни своих детей опасности, будут решать. На сегодняшний день специально созданная комиссия рассматривает правоустанавливающие документы. К слову, в санитарно-охранной зоне расположено еще порядка 40 жилых домов. В любой момент может случиться непоправимое. Службы ЧС и сотрудники акимата призывают жильцов к здравому смыслу. Татьяна Бурдель, Талгат Абдинабиев, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.